Когда в мае заканчивается учебный год, кажется, что впереди целая вечность под названием летние каникулы. Но проходит июнь, пробегает июль, и вот август с каждым днем стремительно начинает приближать нас к началу нового учебного года. Для педагогов август уже является началом рабочего времени. В последний месяц лета идет работа по подготовке. Пишутся планы уроков, составляются расписания занятий, проводится большое расширенное совещание, где подводят итоги прошлого и дают наставления на новый учебный год. 27 августа состоялась традиционная конференция педагогических работников. Главная тема этого года – перспективы развития социального партнерства в условиях обновления содержания образования. На мероприятии помимо работников образования присутствовала родительская общественность, а также представители местной власти и партнеры. Поздравляю вас всех со августовской конференцией. Конечно, итоги года, которые мы ожидали, все-таки рассчитывали, что мы ближе к первым местам продвинемся. Но с 18 на 13 это тоже показатель хороший. Единственное, я думаю, всех присутствующих в зале цифра 13 не устраивает. Поэтому давайте будущий год будем стремиться, чтобы все-таки ближе вот хотя бы там пятерка, семерка, ну не так, добрые цифры. Хочется передать слова благодарности и присоединиться к ним от главного государственного санитарного инспектора по Приморскому краю Маслова Дмитрия Валентиновича. Мы были на совете глав, и он отметил все территории, и Дальнегорский городской округ в том числе, что подготовка к новому учебному году прошла достойно на всех территориях. Спасибо руководителям, родителям, всем, кто принимал участие в подготовке к новому учебному году. Сегодня, конечно, конференция очень интересная. Ее именно тема – это социальное соработничество или сотрудничество. Для нас, как духовенство, это не последняя тема, которая нас интересует, а одна из самых первых, приоритетных. И могу с уверенностью сказать, что духовенство нашего городского округа вместе с администрацией, вместе с отделом образования, вместе с другими отделами нашей администрации, вместе с предприятиями, со всеми жителями нашего города, являются социальными именно такими соработниками в этом направлении. Потому что мы делаем одно дело. Это дело духовного, нравственного возрождения нашей нации. На конференции были награждены лучшие педагоги, руководители образовательных учреждений. За большой вклад в патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения региональное отделение ДОСААФ России удостоил юбилейными медалями 70-летию Победы работников образования Дальнегорского округа. Свои награды получили педагоги и от епархии города Арсеньева за участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».